Краснокамские пенсионеры совершили небольшой тур по живописным приволжским окрестностям деревни Уяндыково, где расположен туристический комплекс «Алая роза». Они смогли ощутить на себе благотворные действия различных процедур, посетили музей в деревне Старокиргизово и стали участниками организованной специально для них культурно-развлекательной программы. Спасибо, что вот пригласили нас сегодня на экскурсию у Яндык Илишевского района пенсионеров. Я очень рада. И каждый год мне Лавашекер дают все время в санатории путевки. Я очень благодарна государству и вообще начальству, что про нас не забывают. Я очень рада. Очень красиво здесь. Очень понравилось. Деревня такая красивая, благоустроенная. Очень довольна тем, что вот пригласили на такое мероприятие, так сказать. Я живу в Никольске. Уже из Никольска мы приехали втроем. Доярка одна, бывшая доярка, другая бухгалтер. И вот мы участвуем в ансамбле. Ансамбль называется «Ушнюксы» по-марийски, «Белые лебеди». Мы собираемся, праздники проводим, живем очень так плодотворно, весело. У нас тоже есть музей, такой же вот очень богатый у нас музей, только помещение маленькое у нас. А то, что вот мы увидели, мы довольны очень. Понравилось нам. Для них это интересное путешествие, подарившее массу положительных впечатлений, было совершенно бесплатно по проекту «Башкирское долголетие. Туризм», запущенного по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Стать участниками программы могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. «Башкирское долголетие. Туризм» программа – это специальные туры для граждан старшего возраста, как я говорила. Это старше 55 лет женщины, старше 60 лет мужчины. Просто для выезда, для ознакомления с территорией республики, с другими районами, чтобы посмотреть, какие у нас бывают еще достопримечательности. Это проходит через республиканский бюджет, за счет средств республиканского бюджета, потому что это именно проект ради Фарида Чахабирова. Вот. И пенсионеры ничего не платят наши, то есть это полностью оплаченный тур. Мы собираем только по квоте пенсионеров наших и вывозим. Через турфирму работаем. В этом году мы ездили уже два раза, нам выделялись два раза квота. В прошлом году была квота выделена, мы в прошлом году ездили в Бирск тоже с пенсионерами. Надеемся, что будет проект продолжаться и дальше. В следующем году тоже получится вывести наших пенсионеров в другие уже какие-то места. Программа проекта предусматривает одно- или двухдневные поездки по объектам туристического показа, расположенным на территории нашего живописного региона, в том числе по музеям, религиозным объектам и усадьбам. Еще раз напомним, стать участниками программы могут женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «Башкирское долголетие. Туризм». И через личный кабинет, когда появится тур, нужно забронировать себе место. Для удобства на сайте есть контакт. Контакты представителей каждого района, которые подскажут и помогут в случае необходимости.